Купала не такие, как у подручнику. Белорусский державный академичный музычный театр презентовал спектакль про песняра. Постановка называется «Житё и смерть Янки Купалы». И это спроба рассказать про великого поэта проз призму звычайного человека с его жаданиями, переживаниями, имкнениями, спадзяваннями. Еще одна особливость спектакля – то, что он музычный. Композитор Олег Хадоска написал музыку, когда еще не было либретто. До речи, в основе текстовой частки – успамины купаловской музы Паулины Мядзёлки. Отрымалося эмоциональное живое оповядание, якое малюе нам зусім іншого Купалу. Это музыкальная история. Мы музыкальный театр, и у нас, может быть, впервые в Беларуси Купала запел на сцене. Притом он поет песни на свои стихи. Спектакль на белорусской мове, и он станет выдатным подарунком для тех, кому близко купаловское слово. Нагадаю, завтра, 7 липеня, мы отсвяткуем 136-ю годовину с дня народжения песняра. Песняра, який натхняє нас и зараз. Матвей Павлов, Марина Баранчук, Вадим Карпович, «Наша раніца».